добрый вечер. Я приветствую первого гостя моего прямого эфира. И я немножечко еще подожду, буквально пару минут, чтобы присоединилось как можно больше людей. Я очень рада приветствовать сегодня вас у себя в гостях, потому что если вы сегодня на моем эфире знакомства, значит, вы проявляете хоть какой-то маломальский интерес к моей личности. И мне, конечно же, это очень приятно, и за это я вам благодарна. За последние несколько дней на мой аккаунт присоединилось несколько сотен новых подписчиков, и я не исключаю, что, конечно же, это связано в том числе и с проведением бесплатного марафона «Здоровье без лекарств». Но как бы там ни было, откуда бы ни пришли эти подписчики, я считаю, что это... Я считаю своим долгом сделать вот такое видеознакомство, потому что, во-первых, я еще ни разу не проводила видеознакомство. За все то время, что я присутствую в Инстаграме, у меня еще ни разу не было прямого эфира, посвященного, собственно, самой себе. Это всегда какие-то деловые темы. Это темы питания, темы очищения организма и все вокруг здорового образа жизни. Но как-то мы никогда не касались моей личности, а тем не менее вопросы по моей личной жизни и по тому, как я пришла в эту деятельность, они продолжают поступать. Именно поэтому я решила, что настало время, вот как раз вот эта новая волна подписчиков, я решила, что настало время рассказать о себе. И сейчас я попрошу вас написать мне, хорошо ли меня слышно и видно, чтобы я понимала, что я говорю не в пустоту, что вы меня хорошо слышите. Напишите или поставьте плюсик, что вы меня хорошо слышите, пожалуйста. Сегодняшний эфир... Ага, хорошо, спасибо. Сегодняшний эфир продлится, как всегда, час. Спасибо большое за плюсики. Да, спасибо, я вижу. Угу. Вот. И, конечно же, я отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут. Ну, сделаем мы это по традиции в конце эфира. А сейчас я начну свой эфир знакомства. И это будет с самого начала. Итак, 1963 год. В семье медсестры и киномеханика рождается первый ребенок, девочка. Это я. Девочка родилась с очень большим весом, почти 5 килограмм, с крупной головой. Поэтому мама испытала большие трудности при моем рождении. И меня вынуждены были вытаскивать металлическими клещами. Меня долго не приносили кормить несколько дней, и мама уже была уверена, что ребенок родился с умственными повреждениями, поскольку тащили металлическими клещами, и была в полном расстройстве. Но, как видите, я сейчас сижу перед вами, похоже, что у меня нет умственных повреждений, поэтому уже тогда, вот в том далеком году, мне улыбнулась фортуна, и я выжила, и, в общем-то, я... начала свою жизнь самым обычным советским ребенком, потому что это были 60-е, 70-е годы. Это было, как у всех, детский сад. Это была потом школа. Когда я училась в третьем классе, меня привели, точнее, я сама себя привела в спортивную школу на отделение лыжи. И с того момента, вот когда я была в третьем классе, и до очень взрослого возраста, пока я уже не родила второго ребенка, я занималась активно, очень активно лыжным спортом. Эту любовь я сохранила и до сих пор. И каждую зиму при малейшей возможности я использую для того, чтобы покататься на лыжах. Конечно, уже не в качестве спортсменки, а уже в качестве любителя, но тем не менее испытываю колоссальное удовольствие от этого вида спорта. Итак, далее было поступление в институт. Я закончила институт по специальности французский и немецкий языки. Но получилось так, что работа по специальности в те годы найти было невозможно.
И я осталась, так сказать, у немножко разбитого корыта. Я немного поработала в внешкольных учреждениях воспитательных и поняла, что работа с детьми – это не мое призвание. Ну и ушла в домохозяйки благополучно. Затем, значит, родились дети, родился сын, потом родилась дочь. Там был вопрос о детях. Моему сыну 34 года, моей дочке 25 лет. Они уже взрослые, они живут самостоятельно, отдельно от меня. Но я не бабушка. В свои 57 лет я еще не бабушка. Мои дети, несмотря на то, что они уже обзавелись своими вторыми половинками, не спешат рожать детей. Ну, это их дело. Я, собственно, тоже никуда не спешу. У меня и так полно забот. Итак, началась моя трудовая деятельность. Это было и домашнее хозяйство, это была и работа менеджером, это был и самостоятельный бизнес. И было очень-очень много всего. Так сложилось, что моя трудовая биография, точно так же, как и, в общем-то, моя жизнь, оказались довольно сложным приключением. Но рассказывать об этом, наверное, не имеет смысла, потому что я интересна вам в первую очередь не как человек приключения, а как человек дела. Поэтому перехожу ближе к делу. Итак, дожив до 50, да, где-то примерно до 50 лет, я все время сохраняла свой стандартный вес 55 килограмм, ну, плюс-минус, при росте 170. И это было замечательно, потому что при этом я ела всегда много, ела без разбору, все подряд. Поесть я любила. И все это оставалось у меня безнаказанным. То есть я могла съесть пол торта, и мне за это ничего не было. Вот такой был метаболизм. Все переваривалось, все усваивалось. И я ничем не болела практически. Нет, вру. У меня был хронический насморк. Потом в 21 год у меня образовался варикоз при беременности. А потом начало все потихонечку-потихонечку наслаиваться. Но я этого как-то не замечала. Где-то прострел в спине, где-то там бронхит несколько раз в год. Но, знаете, тогда к этому я относилась как к само собой разумеющемуся, потому что у нас принято болеть, и у нас принято обращаться к врачам, и у нас принято употреблять какие-то лекарства для того, чтобы выздоравливать. И, собственно, я шла тоже по этому пути. И вот как-то так незаметно, но где-то годам к 50, а точнее уже к 53, у меня накопилась такая куча всего вдруг неожиданно откуда-то взявшегося, в том числе и лишний вес. Я не заметила, как я со своих 55 килограммов дошла до 78. Для меня это было вообще какое-то совершенно новое приключение, потому что в таком весе я не была никогда. И когда я видела в зеркале вместо тощей женщины вдруг откуда-то взявшиеся попу, бедра, живот, сиси, извините, я прям даже удивлялась, думаю, Господи, неужели это я? Настолько это было для меня несвойственно иметь вот такие припухлости на теле. Ну, это ладно. То есть к своему лишнему весу, хотя, если честно, я его не рассматривала как лишний, я его рассматривала как естественное изменение формы тела женщины, у которой начался климакс. То есть я очень соединяла начало климакса, набор веса. Но больше на самом деле меня тревожил не вес, меня беспокоило то, что у меня вдруг, как снежный ком, начали валиться на меня самые различные заболевания. У меня участились приступы мигрени. Это была настолько жестокая мигрень, что кто проходил, кто знает, да, тот меня поймет. До рвоты, до невозможности открыть глаза и лежания пластом в течение там 2-3 дней. И, конечно же, с применением уже и таблеток, потому что без таблеток было невозможно выбраться. У меня сильно обострился варикоз.
видимо, лишний вес давал о себе знать, и ноги постоянно были отекшими, особенно к концу дня. Я не говорю уже про то, что выпирали вены. И ноги болели, мне было тяжело ходить, и каждый поход в магазин, а обратно с сумками, давался мне с трудом, хотя магазин, конечно же, был у дома. Кроме того, у меня начали часто меня осаждать приступы поясничного остеохондроза. Я сваливалась пластом дней на 5, 7, 10, меня кололи, как это обычно принято, диклофенак и все такое прочее. Это были же жестокие приступы, когда я просто, ну, не могла встать даже пописать. Так, что еще? А, еще у меня начали болеть суставы. У меня начали болеть сильно коленные суставы. И даже подъем по лестнице на второй этаж давался мне с неимоверным трудом. То есть я на каждом напролете я останавливалась, и мне нужно было передохнуть, чтобы идти дальше. И самое, самое болезненное, что случилось со мной в 53 года, это плечо-лопаточный периартрит. У меня совершенно отнялась левая рука, я не могла ее не только поднимать, я вообще не могла ее практически двигать и ничего делать по дому. Пальцы онемели, я не могла самостоятельно одеться, да, застегнуть, расстегнуть бюстгальтер. И спать невозможно было на левом боку. Это были ужасные боли. Я, естественно, ходила по врачам, принимала все виды лечения, которые можно было принять. Но мне ничего не помогало. То есть боль как была, так она и осталась при мне. Ничего, абсолютно ничего не помогало. И с этой болью я жила полгода. И в конце концов она меня так достала, что я уже стала искать какие-то альтернативные методы. И тут совершенно случайно, и, конечно же, это было не случайно, мне на глаза попадается, вернее, не попадается, а мне порекомендовали книгу Марвы Оганян «Золотые рецепты натуропатии». Я нашла эту книгу в интернете, я прочитала ее за один, наверное, или два вечера, и я поняла, что у меня начинается новый этап в жизни. В первую очередь я подумала даже не столько о себе, сколько о моем муже, потому что у моего мужа бронхиальная астма. На тот год, когда это был 2016 год, мы жили в Сочи. Муж страдал бронхиальной астмой, причем приступы становились с каждым годом все жестче и жестче. Чувствовал он себя все хуже и хуже. Лечение тоже не помогало, а наоборот усугубляло его, эту ситуацию. И когда я прочитала, что есть метод излечения бронхиальной астмы, так же, как и других заболеваний, в том числе и моего заболевания, связанного с суставными болями, я рассказала об этом мужу. И мы поняли, что мы должны это попробовать. А этим как раз и являлся метод очищения организма по Марве Оганян, основанный на условном голодании. То есть не на чистом голодании на воде или на сухую, а на травяных чаях и соках. И я начала это практиковать. И вот тогда начались очень большие изменения в моей жизни. Буквально уже выполняя первый курс своей очистительной практики трехнедельной, я избавилась от боли в плече. Это было самое главное. Уже на четвертый день боль начала исчезать, и постепенно начал уменьшаться, снижаться мой вес, и у меня перестали болеть колени. И день за днем, неделя за неделей, то есть к концу этого курса, то есть по истечении трех недель, от моей боли не осталось и следа. Я потеряла 9 килограмм веса. Я стала себя очень хорошо чувствовать. У меня перестали отекать ноги. Они приобрели свою прежнюю форму, стали худенькими, стройными. И изменилась кожа лица, изменилось дыхание, изменился запах от тела. То есть я получила просто потрясающие изменения. Когда я рассказала об этом мужу, он
присоединился ко мне, он как раз был в отъезде, и когда я закончила свой курс, он приехал, и мы провели точно такой же курс для него. Он тоже получил очень хорошие изменения по своему состоянию. И таким образом мы для себя открыли, что вот, оказывается, есть нетрадиционные способы оздоровления, и эти способы находятся буквально у нас в руках, но мы о них ничего не знаем, потому что это не пропагандируется, это нет в широком доступе. В широком доступе есть только обращение к врачу в поликлинике, но нет нигде упоминаний о том, что существует натуропатия и о том, что люди могут сами, своими руками излечивать себя без лекарств, без обращений к врачу. Вот это было самое потрясающее открытие, которое перевернуло мою жизнь. И вот с того момента я начала изучать очень пристально натуропатию. До того, как я начала заниматься натуропатией, я работала агентом по бронированию отеля на Черноморском побережье Кавказа. И я продолжала работать им какое-то время, и параллельно я стала учиться. Кроме того, что я стала самостоятельно читать разных натуропатов разных лет, слушать лекции, изучать литературу, я поняла, что мне нужны более глубокие знания. Но на тот период времени, это был 2017 год, большее, на что меня хватило, это закончить школу диетологов России. Я получила сертификат и возможность консультировать людей по вопросам питания. В принципе, на то время мне было достаточно этого для того, чтобы начать консультации. Потому что к тому моменту, я забыла сказать, что как только я начала вести свою очистительную практику, то есть проходить эти курсы очищения, я стала вести дневник, видеодневник на YouTube-канале. И мои подписчики, у меня их сначала было где-то 5 человек подписчиков на моем канале, постепенно, но на сегодняшний день это уже 76 тысяч подписчиков, и это те люди, которые как раз интересуются натуропатией, естественными методами оздоровления, в том числе и условным голоданием Паганян. И эти люди, их накапливалось все больше и больше, потому что они видели этот дневник, и таких дневников они, как потом я получала письма, они не находили больше нигде, настолько это было подробно, день за днем описан шаг за шагом. Я до сих пор получаю письма благодарности от людей, которые до сих пор смотрят мой дневник 2016 года и мотивируются этим и вдохновляются в тот момент, когда они сами совершают свою очистительную практику. Так вот, когда стало число подписчиков увеличиваться, я стала получать очень много писем с вопросами. Это были сообщения в социальных сетях, это были письма на электронную почту. И я, как человек ответственный, я на них отвечала. Но с каждым днем письма становилось все больше и больше, и все больше и больше времени уходило у меня на ответы на эти вопросы. Это отрывало меня от моей основной работы, потому что я все еще работала агентом по бронированию. Кроме того, у меня были работы по дому, как у каждой женщины. Да? И вот эта переписка, она стала отнимать у меня очень много времени. Плюс пошли уже такие вопросы, которые требовали более глубокого, более детального погружения в историю человека, чтобы понять, какой ответ я должна ему дать. Потому что есть такие вопросы, на которые ответы могут быть двоякими. Это зависит от того, в каком состоянии находится сейчас тело человека и какова его предыстория. То есть, чем он болел или болеет, что он ел или ест, что он не ест и так далее. Именно поэтому, чтобы поставить свою вот эту консультативную работу на коммерческую основу, я и закончила школу диетологов России. Таким образом, в 2017 году я начала консультировать людей по вопросам питания, и плюсом пошли консультации по очищению организма. Так прошло 3 года, точнее 2 года,
И я все больше и больше стала понимать, что тех знаний, которые я получила в школе диетологов, явно недостаточно. Потому что как я ни старалась сконцентрировать больше свою работу на питании, ну, по отношению к людям, да, то есть я все время пыталась их призвать. Да, вот тут вот пишут, что тоже смотрели мое видео и... что вы тоже никак не решаетесь, да? Ну ладно, это вопрос такой, как решиться, этот вопрос тоже целая отдельная тема для отдельного эфира. Так вот, я поняла, что моих знаний начинает не хватать, потому что с каждым новым клиентом приходили какие-то новые проблемы. И тогда я приняла решение, что мне нужно идти учиться дальше, и я поступила в Российский институт инновационной натуропатии. Моя будущая специальность, которую я надеюсь получу в конце этого года, доктор натуропатии. Это именно то, что мне нужно, потому что моя деятельность на сегодняшний день, она... как бы вот эти рамки консультирования по питанию, они настолько сейчас сужены для меня, потому что работая с людьми, я поняла, что питание и даже очищение организма – это всего лишь небольшая часть общего комплекса всех мер, которые мы должны совершать для того, чтобы получить оздоровление. Чтобы получить оздоровление именно натуропатическими методами, то есть не прибегая к медицине. И именно натуропатия как раз и дает эти методы, потому что натуропатия – это не только питание и очищение, это еще и масса других мероприятий, которые человек может делать со своим телом, со своим духом, со своим разумом. И при этом он опираться будет только на естественные методы, то есть на природные методы. Конечно же, это тоже тема отдельного эфира. Сегодня мы говорим, в общем-то, обо мне. И вот таким чудесным образом из училки по французскому и немецкому языку, которой я, собственно, никогда и не была, вот не случилось, да, я вдруг решила превратить себя в доктора натуропатии, и мне кажется, это именно то мое предназначение, которое мне было ниспослано свыше. И тут еще, знаете, есть такое как бы знак, я вижу в своей судьбе. У меня мой отец, к сожалению, он... ушел из жизни в январе этого года. И он оставил мне такое богатое наследие в виде книг, большой подборки журналов по ЗОЖу и, собственно, вообще своей жизни и своего интереса именно к естественным методам оздоровления. Вот сколько я помню своего папу, он всегда чем-то занимался. То это были травы, траволечения. Он собирал их сам, сушил. У него были справочники по травам, и он их систематизировал и раскладывал по мешочкам. И эти мешочки были всегда везде разложены по полочкам. То это было очищение печени по Малахову. То это была уринотерапия. То это были какие-то шунгитные воды, то это было дыхание Пострельниковой. В общем, это было масса-масса всего. Я нашла кучу интересных книг в нашем семейном книжном шкафу. И все эти книги, несмотря на то, что они выпущены в каких-то там старых-престарых годах, 50-е, 60-е, 70-е, это очень интересная информация, интересная и нужная для меня информация, которую я точно знаю, что я смогу применить в своей дальнейшей работе. Так вот, я думаю о том, что сейчас, когда моего отца нет в живых, я очень четко чувствую с ним связь.
Для меня он не умер, для меня он живой, и он каждый день со мной. Вот с утра и до вечера он со мной. И у меня такое чувство, что он мне помогает идти по этому пути, и он мне как будто бы вот так, знаете, как поддерживает и подталкивает, и говорит, иди, иди. И я чувствую, что даже получаю от него какие-то подсказки. И это на каком-то подсознательном уровне. Я понимаю, что я переняла эстафету. То есть вот то, чем занимался мой отец, и я как бы нечаянно вдруг стала делать сама. То есть я не, когда я начала заниматься этим сама, я не осознавала, что я это беру от отца. Для меня это просто пришло откуда-то вдруг со стороны, да, ко мне спустилось. И только вот потом я стала понимать, что это действительно идет как бы передача по наследству. И вот это меня прям очень-очень ну, мотивирует, да, как говорят, вдохновляет. Вот здесь пишут, у меня папа тоже собирал травы, его бабушка была травница. Угу. И он знал много трав и что они лечат. Жаль, что не интересовалась раньше этим. Да, вот, вот это слово «жаль, что не интересовалась», вы очень хорошо написали. Вы знаете, я тоже сейчас думаю, что вот сейчас, когда моего отца нет в живых, я себе 1000 раз говорю, как жаль, что я не спросила у него вот это раньше, когда он был жив. Как жаль, что я сейчас уже не могу у него ничего спросить. Хотя, конечно, говорят, что если человек умер, но ты с ним находишься в близких духовных отношениях, ну, как бы в связь, да, в связь есть, то ты можешь у него это спросить, ну, сейчас на таком, на духовном, да, как бы на этих понятиях, на энергетическом понятии, ты, и, возможно, ты получишь ответ. Но все равно это уже не то, как если бы мы общались, когда были жив, когда он был жив, да. То есть, да, действительно, очень жаль, что многое упускается, и что потом уже невозможно что-то такое догнать, то, чего, что можно было догнать в прошлом. Ну, тем не менее, я не хочу грустить, я не хочу вдаваться в скорбь. Я хочу закончить свой институт, потому что меня ждут. Я знаю, что очень много людей уже сейчас готовы были бы воспользоваться моими услугами в большем объеме, чем нежели я их представляла до сегодняшнего дня. И сейчас немножечко о моих услугах, да, поскольку уже мы говорим о деле. Итак, до сегодняшнего дня я что я делала? Я консультировала. Это было несколько видов консультаций. Это была короткая консультация, 45 минут вопросов и ответов. Это была единоразовая консультация, многочасовая, с составлением программы. Это были консультации с составлением программы с ведением в течение 1 месяца, 2, 3, полугода, года. Это несколько книг, которые я написала. Это именно 3 книги. Первая книга – это 21-дневное условное голодание, мой опыт пошагово, день за днем. Вторая книга – это «Солнечная тарелка» или «Как правильно выйти из условного голодания». Третья книга – это 100 простых и вкусных рецептов, которые помогли мне перейти к естественному питанию. И на этом я не собираюсь останавливаться. Книги я буду писать и дальше, но уже в статусе доктора натуропатии, то есть в следующем году. Также я написала несколько курсов, в том числе курсы по питанию и по очищению организма, которые можно изучать онлайн из личного кабинета без моего участия. Это видеокурсы, записанные в видеоуроках и текстовой части. И вот на сегодняшний день это... А, еще я веду проект «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту». Это проект нескончаемый, то есть у него есть начало, но у него нет конца. Это очень интересный эксперимент. Такая творческая работа. У нас круг женщин. Мы примерно ровесницы. Правда, есть и моложе 50, есть гораздо моложе 50, но которые тоже заботятся о том, чтобы сохранять
как можно дольше свою молодость, здоровье и красоту. Мы обсуждаем самые разные темы. У участниц тоже есть личные кабинеты, есть два чата, где они общаются. И я провожу встречи онлайн с участницами. В общем, идет большая работа, и у этой работы нет конца. Ну, также вот сейчас у меня идет марафон по очищению, но это марафон, который завершит свою работу, и в сентябре, в конце сентября и следующий я проводить пока не планирую. Ну, вот, собственно, это все, что я имею на сегодняшний день. Но, как я уже недавно объявляла, в связи с тем, что мне нужно закончить институт, и у меня очень мало свободного времени, с 1 сентября я отменила все консультации, кроме двух. У меня осталась короткая консультация, блиц, 45 минут, и большая консультация с составлением программы. Вот этими услугами по-прежнему можно воспользоваться. И, в общем, все, что я перечислила, то есть все, что я могу предложить от себя на сегодняшний день в качестве пока консультанта по вопросам питания, все это можно посмотреть в моем каталоге здоровья. Ссылочку на каталог можно открыть, нажав на... Каталог здоровья можно открыть, нажав на ссылочку в шапке профиля. Вот. Также я веду блог, у меня есть сайт-блог. Правда, в последнее время моя активность сильно упала, сильно снизилась. Опять же, потому что идет какой-то цейтнот, какая-то нехватка времени прибавляется клиентов. Увеличивается количество консультаций, и до себя руки просто не доходят. Именно поэтому я сейчас сознательно сократила количество консультаций, чтобы все-таки закончить свою учебу. Так, что я еще не рассказала о себе? Может быть, есть какие-то вопросы по моей личной жизни? Вы, конечно, спрашиваете. А, ну что я еще не рассказала? У меня третий брак. С моим мужем, с третьим, мы начали нашу совместную жизнь в 2012 году. То есть это 8 лет совместной жизни в браке. Мы строим очень большой семейный проект. Это дом, загородный дом с эко-гостиницей. Я об этом тоже уже несколько раз говорила и тоже показываю это видео на Ютубе. Ну и здесь тоже в сторис мелькают коротенькие зарисовочки. Мы купили в деревне участок, точнее не в деревне, а в селе. Мы строим большой дом, это дом нашей мечты. Вы знаете, очень устала жить в тесноте. Какие-то квартирки, какое-то компактное жилье все время. Все время не хватает места, все время не знаешь, куда положить там свои вещи. Не люблю тесноту, очень хочется свободы. И вот этот дом – это наша мечта. У нас будут огромные комнаты, у нас будет огромная кухня, огромная столовая, огромная спальня и второй этаж с гостевыми комнатами, где будут размещаться гости, которые будут приезжать к нам в нашу эко-гостиницу. Но об этом говорить пока еще рано, потому что дом пока еще на стадии строительства. Так, вижу вопросы. Дети, внуки. Этого я уже вначале сказала. Повторяться не буду, потом посмотрите в записи. Братья и сестры есть? С кем живет мама? У меня есть брат, он младше меня на 3 года. Живет отдельно, в другом городе. Мама живет сама по себе, а мы с мужем живем в 10 минутах ходьбы от мамы, пока что на съемной квартире. Но вот надеемся, что в скором времени выстроим дом и будем жить в деревне, и маму заберем к себе. Мой муж по образованию военный строитель, то есть он закончил высшее военно-строительное образование у него. Работал много на строительстве и прорабом, и всякими на руководящих должностях, и в том числе и руками очень может многое самостоятельно делать, поэтому дом строится, в общем-то, его
силами. Конечно, когда нужно, мы привлекаем и сторонние силы рабочих для помощи, но все-все-все, как бы вот эти все основные работы, которые требуют непосредственного хозяйского, так сказать, участия, муж делает сам, и проект, естественно, дома он делал тоже сам. Живем мы в Рязанской области. Вот. Это, кстати, я хотела сказать вот еще о чем, что когда мы жили в Сочи, и почему мы оттуда уехали, да, вот еще вопрос. Мы уехали из Сочи в 2016 году, когда поняли, что климат субтропики – это совершенно неподходящий климат для астматиков. Абсолютно неподходящий климат. Только мы не сразу это поняли, не сразу это узнали. Но когда мы стали заниматься, оба стали заниматься изучением физиологии человека, анатомии, начали рыть всякую информацию, то мы узнали, что, оказывается, мы не там живем. Оказывается, нам нужно жить совсем в другом месте. И мы собрали манатки, и недолго думая, можно сказать, даже быстро думая, прямо буквально в один вечер собрались и уехали в среднюю полосу России, на мою родину, Рязанскую область. И смена климата очень благоприятно повлияла на здоровье моего мужа. То есть со сменой климата его состояние резко улучшилось, и на сегодняшний день это стабильное состояние. И я не могу сказать, что он избавился от астмы, но во всяком случае она сильно-сильно уменьшила свои проявления, и у него сейчас хорошее общее физическое состояние. То есть у него есть силы, есть энергия для того, чтобы очень много и активно трудиться и при этом себя хорошо чувствовать. Такого состояния в Сочи у него не было. Так что, если кто-то из вас астматик или знает других астматиков, которые рвутся жить куда-нибудь на Черноморское побережье Кавказа, то Кавказ – это точно не вариант. Вариант – Крым. В Крыму более сухой климат, но вот в Сочи – это субтропики, поэтому тем, у кого есть проблемы с дыханием, с астмой, там лучше, конечно, там не жить. Так, что я еще не рассказала? Кроме того, что мы строим дом, у нас еще большой участок, где мы выращиваем свои овощи, ягоды, зелень. Мы держим пчел, пасеку, и в этом году у нас пасека значительно расширилась по сравнению с двумя прошлыми сезонами, и у нас неплохой урожай меда, и это вообще такое супер-супер достижение, потому что мы никогда не думали, что у нас будет пасека, что мы будем кушать свой мед, и это вообще это очень здорово иметь свои чистые экологические продукты, которые ты, в общем-то, добыл своими руками, и есть их одно удовольствие. И на самом деле, настоящий мед, который мы едим сейчас, это мед, который я никогда не ела раньше. То есть я делаю вывод, что, наверное, мы никогда не покупали настоящий мед, так что это получается. Вот. У нас есть немецкая овчарка, молодой песик Крем. Все, больше животных мы никого не держим и заводить не планируем. А то там некоторые спрашивают, а будете ли вы заводить козочек, курочек и так далее. Нет, ни козочек, ни курочек мы заводить не будем, потому что это целая отдельная песня, это вообще животноводство. Это нужно, я не знаю, это нужно иметь, наверное, еще и каких-то наемных работников, чтобы это все как-то успевать. Мы уже не так молоды, чтобы заниматься еще и животноводством. Можно ли у нас заказать мед? Вот об этом, наверное, я буду говорить после 10 сентября, потому что у нас где-то 10 сентября будет последняя качка меда. Вот. И в зависимости от того, сколько мы накачаем, будет видно, сколько мы сможем продать и будем ли мы вообще его продавать. Вот. То есть какое-то количество мы уже накачали, и себе мы уже мед заготовили, но вот последняя качка, вот эта сентябрьская, она
покажет, что мы еще, можем ли мы что-то еще предложить. Так, какие еще вопросы, что я еще не рассказала о себе? Да, еще у меня есть увлечение, я люблю шить лоскутные одеяла. И когда у меня было много свободного времени, в мою бытность, когда я работала агентом по бронированию отеля, я постоянно что-то шила, дарила, продавала, под заказ шила разные одеяла, подушки лоскутные. И даже выставляла там какие-то видео на Ютубе в самом начале. Ну, конечно, я понимаю, что это не на уровне профессионала, это такое хобби, чисто любительство. Но когда-то, когда у меня было время и когда я шила, для меня это было своего рода медитацией. Вот во время шитья, кстати, это мне перешло от моей бабушки. Моя бабушка шила вообще, просто вот по жизни она шила, она именно жила этим, да, она много шила на заказ, одежды, платьев. Но кроме того, она еще и очень любила лоскутное шитье, и, видимо, это передалось мне от бабушки. Вот, когда я занимаюсь лоскутным шитьем, я забываю про еду, про сон, про то, что я устала, про то, что у меня затекли там какие-то мышцы, что я давно не пила воду, я забываю про все. Я окунаюсь в это шитье, и для меня это как будто бы я ухожу куда-то под воду, в этот мир лоскутков, с иголочкой, с ниточкой. Сидишь там себе, шьешь, а в это время там всякие мысли в голове, всякие проекты, какие-то воспоминания, в общем, какие-то даже инсайты приходят. Рождается что-то новое в голове. В общем, это для меня это какой-то совершенно увлекательный творческий процесс. Но вот сейчас, когда я работаю консультантом, у меня вообще нет времени для шитья, и все мои мешки с лоскуточками, они далеко-далеко спрятаны в дальний шкаф. Не знаю, может быть, когда-нибудь потом, когда... Не знаю, будет ли у меня время, потому что я не собираюсь идти на пенсию, я не собираюсь быть старой и немощной. Это удивительно, но я уже говорила об этом, по-моему, на прошлом эфире, но чем старше я становлюсь, ну, будем так говорить, чем старее, да, потому что, да, я старею, и признаки старения, они уже, их нельзя скрыть. Они видны. Это и морщины, это увядающая кожа, это седые волосы, но это много чего. Мы все стареем, и мы все там будем в старости. Но интересен тот факт, что чем больше я оттачиваю свою жизнь в плане питания и в плане микрофлоры кишечника, тем моя жизнь становится качественнее, и я все лучше и лучше себя чувствую. То есть вот на сегодняшний день, если сравнить меня с 2016 годом, у меня в принципе не осталось ни одного вот того недомогания, которые были 4 года назад. То есть у меня не болит спина, у меня не болят ноги, колени, у меня не болят плечи, у меня не болит голова, нет мигрени, у меня ничего не болит. Бронхитом я перестала болеть. Иногда бывает присоединиться какой-то вирус, там, ну, покашляешь, немножко почихаешь, но я уже знаю, как быстро лечиться без лекарств. Собственно, из хронических заболеваний у меня, наверное, на сегодняшний день осталось только вот скопление слизи в области, не знаю где, где-то в районе носа, может быть, чуть выше, гайморовых пазах, может, чуть ниже, не знаю. Что-то такое, какое-то скопление слизи. Но оно сезонное, то есть, допустим, летом оно практически исчезает, зимой ее больше. И у меня на этот счет есть некоторые, ну, некоторые есть подозрения, почему она не исчезает. Хотя я молочку я убрала, поскольку я уже узнала, что от молока и молочной продукции слизь еще больше образовывается, я постепенно от нее отказалась. На сегодняшний день молочки нет. И питание мое, в принципе, наверное, можно назвать практически безгрешным.
Вот. Но тем не менее слизь не исчезает. У меня есть некоторые подозрения, почему она не исчезает. Но я сейчас работаю над этим вопросом. Я практически, наверное, защищу диссертацию по этому вопросу. Но пока я не хочу ничего говорить и обнародовать, потому что я провожу некоторые исследования в отношении себя по отношению к этой слизи. Вот. А поскольку любое исследование, оно требует большого промежутка времени, поэтому пока что еще все на стадии, так сказать, в рабочем состоянии. Пока ничего не буду говорить. Но потом, вполне возможно, может быть, даже напишу какую-нибудь книгу по поводу хронического насморка. Так, у нас осталось 15 минут, и я перебираю в памяти, что я еще не сказала о себе в моем видеознакомстве. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Может быть, сказать о том, чем занимаются мои дети. Моя дочь, она закончила Московский гуманитарный университет, но, сами понимаете, закончить университет – это ничего не значит. То есть тоже по специальности она не работала, у нее специальность дошкольное образование, точнее, не дошкольное, а начальные классы. Вот. И сейчас она пробует себя в качестве фотографа. То есть вот эти фотосессии, которые я в это лето сделала, и вот эти фотографии, которые я выкладываю в постах и в сторис, это ее работа, и не судите строго, это ее начало, так сказать, проба пера. Она пробует себя, ей хочется развиваться в этом направлении, это ее интересует, и она наконец-то нашла то, чем она хочет заниматься, потому что долгое время она никак не могла понять, чем она хочет заниматься. И я очень рада, что она хотя бы сейчас поняла, что ее интересует, и у нее появилась, как говорят, мотивация, да, заниматься этим и дальше. Мой сын занимается грузоперевозками, и это, собственно, наверное, то, что было уготовано ему с рождения, потому что первое слово, которое сказал мой мальчик, когда он учился говорить, первое слово было «шина». Вот не мама, не папа, а именно «шина». И когда он еще был таким маленьким ребенком, его кто-то спросил: «За что ты любишь дедушку?» И он сказал: «Я дедушку люблю за то, что он соблюдает правила дорожного движения». Вот такой у меня мальчик. Он был с детства подвинут на автомобилях. Все его игрушки были это автомобили. Его не интересовало ничего, кроме автомобилей. Ну и в итоге он стал заниматься грузоперевозками. Как муж относится к блогерству и какое участие принимает в вашем ОЗЛ? ОЗЛ я не поняла. Оздоровление. Так, как муж относится к блогерству? Муж относится к этому великолепно. Он вообще меня поддерживает во всем. Любые мои авантюры, начинания, какими бы они ни были, глупыми, может быть, или смешными, он поддерживает все абсолютно, и в этом большая его заслуга как партнера по жизни. То есть нет ничего такого, чего бы он ни сказал против. Он всегда говорит «за». Что бы я ни предложила, что бы я ни придумала, он всегда подхватывает и говорит: «Да, все, да, пусть будет так, ты молодец». Он мой очень большой друг и поддерживатель меня. И в оздоровлении он принимает самое непосредственное участие, потому что он разделяет все мои устремления. Единственное, когда, вот, знаете, в самом начале своего пути, в 16-м году, когда у меня была попытка отказаться от мяса, от животного белка, вот, муж воспротивился. Я тогда обиделась на него, что он не поддержал меня в этом. Но он, знаете как, он мягко воспротивился. То есть он так это
как говорят, мягко гнул свою линию. Вот. Но я благодарна ему за это, что он оказался на здравой стороне и что он тогда все-таки прогнул свою линию, потому что теперь я понимаю, что если ты всю жизнь ел мясо, да, 50 лет, то отказаться от него в зрелом возрасте, это не всегда бывает правильно. Так, у мужа есть дети, да, у него два сына. Принимаете ли вы витамины? Нет, витамины я не принимаю, я принимаю только зимой омегу-3, рыбный жир. Вот, это, наверное, единственная добавка, которую я принимаю. Ну, тема добавок, она мной пока не изучена, поэтому принимать абы что, не зная для чего, я не хочу, а глубоко я их не изучала, поэтому про добавки, наверное, даже и говорить нечего. Я очень рада, что я произвела на вас впечатление приятной женщины. Спасибо большое за то, что вы меня так адекватно восприняли. В общем-то, я, наверное, рассказала все основное, что я могла. И вот вы тут спрашиваете, как можно ли узнать про институт, в котором вы учитесь. Да, это называется Российский институт инновационной натуропатии, сокращенно РИИН. Если вы наберете в поиске эту аббревиатуру, вы наверняка попадете на сайт и увидите, что предлагает, какие предлагает специальности этот институт. Я очень довольна, что я попала туда. Мне очень нравится программа, по которой идет обучение. Она очень разнообразная, очень много того, о чем я вообще никогда не слышала, и для меня есть новые вещи, и с удовольствием их изучаю. Поэтому для меня это просто кладезь знаний, которые я вот сейчас получаю на своем 6-м десятке. Во сколько ложитесь и встаете? Всю жизнь до 53 лет я считала, что я сова, и очень поздно ложилась и поздно вставала, но вот теперь я понимаю, что это разделение на сов и жаворонков, оно очень условное, очень. То есть как только ты начинаешь менять свою жизнь на более здоровую, и у тебя меняется микрофлора кишечника, вот, ну не смейтесь, это связано, то ты начинаешь раньше просыпаться, потому что кишечник просыпается с 5 до 7 утра и зовет какать. И если он в 5 часов проснулся и зовет какать, вы спать уже не сможете. Вы уже будете подниматься, идти в туалет, там, делать всякие свои утренние дела. И таким образом у меня постепенно стал жаворонковый стиль. Я стала рано вставать. Летом это может быть и 4 утра, 5 утра. Зимой, может быть, будет чуть попозже, но мы рано ложимся и рано встаем. Ложимся мы в 9, в 10 вечера. Ну, встаем, соответственно, вот в 4, в 5, в 6 утра. Вы сейчас еще делаете детоксы? Нет, вы знаете, сейчас я сделала 5-6 курсов очищения, но они, каждый из них был все короче, короче и короче, просто потому что я постепенно снизила свой вес на 26 килограмм. То есть это произошло естественным путем. Я не делала это специально. Я не снижала специально вес. Я просто нормализовывала свое питание, делала его более естественным, более здоровым. И у меня нормализовывалась микрофлора благодаря обилию клетчатки. И сейчас я снова вернулась в свой вес 55 килограмм. И мне в этом весе хорошо. Но снижать его ниже уже становится нецелесообразным. А если я захожу, допустим, на детокс, на длительный, да, там 2-3 недели, естественно, он снизится, и я могу потерять мышечную массу. В моем возрасте это уже очень критично, поэтому я этого больше не делаю. Или считаете, что полностью очистились? Полностью очиститься невозможно. Человеческий организм устроен так, что он всегда будет загрязняться и всегда будет очищаться. То есть это, понимаете, как жизнь тела – это есть постоянный процесс загрязнения и очищения. Вопрос только в том, в
какой степени вы загрязняетесь и в какой степени вы очищаетесь. Если вы загрязняетесь немного, а очищаетесь хорошо, то есть умеете это делать, то вы будете здоровы. Если же вы много загрязняетесь, но очищаетесь плохо, либо вообще не очищаетесь, то есть вы не умеете этого делать, то с вами все будет плохо. То есть здоровья не будет никакого. Вот все. Как кожа отреагировала на сброс веса? Кожа обвисла, и мне где-то примерно год потребовался для того, чтобы привести ее в более-менее подтянутое состояние. Конечно же, это физическая нагрузка. А если наоборот, сначала 7 дней и 2 раза по 14 дней планирую, 21 день. Это надо индивидуально разбираться, я так не могу сказать. Да, эфир я сохраняю обязательно. И благодарю вас всех, что вы пришли сегодня познакомиться со мной. Хотя я думаю, что наверняка здесь было много моих стареньких подписчиков. Но, может быть, были и новенькие. Это не имеет значения. Эфир потом все равно посмотрит и новенькие, и старенькие. Я благодарю всех, кто был сегодня онлайн, вот так со мной лицом к лицу. И на этом позвольте завершить эфир, потому что наше время уже вышло. Если вопросы остались неотвеченными, вы можете задать их в комментариях под этим эфиром. Я обязательно отвечу. Всего доброго, спокойной ночи.